Сегодня мы сделаем необычную весеннюю открытку с яркими тюльпанами из мозаики. Нам нужен цветной картон формат А4. С обеих сторон отметим середину листа по длине. Продавим линию сгиба, соединив точки по линейке непишущей ручкой. Сгибаем по продавленной линии. Отметим середину короткой стороны нашей основы. Поставим точки сверху и снизу и соединим их линией. Возьмем прямоугольный отрезок бумаги для мозаики. Приложим ее на основу и карандашом от центральной линии справа нарисуем половинку рамы вокруг отрезка. Кладем под них кухонную доску. Берем канцелярский нож и вырезаем по линии. Теперь опять прикладываем линейку к центральной линии и продавливаем ручкой только верх и низ до рамы. Сгибаем отрезанную фронтальную часть по продавленным линиям. Теперь приступим к мозаике. Возьмем отрезок, который мы примеряли к основе, и нарисуем тюльпаны. Можно отступить немного места от края, так изображение получится более собранным. Чтобы выложить мозаику, нарежем цветную бумагу полосочками при помощи ножа для бумаги. Не страшно, если полоски не одинаковые, можно намеренно сделать их разного размера. Цвет подобран под наше изображение, чем больше оттенков, тем лучше. Собираем соломку и нарезаем квадратиками. Для этого используем ножницы. Те же действия производим с бумагой другого цвета. Мы подготовили элементы для мозаики разных цветов. Наносим кистью немного клея ПВА на выбранный фрагмент рисунка и начинаем выкладывать квадратики определенного цвета. Процесс длительный, стоит набраться терпения. Хорошо, когда есть большой выбор цветной бумаги с разными оттенками. Стараемся выложить не только чистые цвета, но и тени. Тогда изображение получится более выразительным и объемным. Наша яркая мозаика готова. Примеряем ее к основе. Внутрь вклеиваем лист для пожеланий. Прикрепим мозаику на лицевую часть. Наша стильная открытка с мозаичными тюльпанами станет приятным сюрпризом для получателя. Ее можно использовать как поздравительную открытку с днем рождения. Оставляйте свои комментарии и предложения, подписывайтесь на наш канал и первыми смотрите новые мастер-классы по скраббукингу.